Конструкция и принцип работы регулятора расхода воды 100FR. Клапан 100FR отличается простой и надежной конструкцией. В нем отсутствуют оси, подшипники и уплотнения, которые подвергаются износу и коррозии. Единственный подвижный элемент – армированная резиновая мембрана, которая служит и приводом, и уплотнителем. Клапан 100FR предназначен для регулирования расхода воды в трубопроводе. Несмотря на колебания давления, клапан контролирует расход на установленном уровне. Регулировка расхода происходит при помощи пилотного регулятора. Для эффективной работы клапана перед ним устанавливается шайба с калиброванным отверстием. Отверстие создает необходимую потерю давления в 0,25 бара при расчетном расходе. Рассмотрим принцип работы клапана 100FR. При увеличении расхода воды от расчетного происходит увеличение перепада давления на калибровочной шайбе. Давление после шайбы снижается. Пружина пилотного регулятора немного сжимается, открывается командный порт, и управляющая камера клапана наполняется водой. Происходит выгибание мембраны в сторону седла регулятора. Клапан прикрывается. Расход воды стабилизируется. Чем выше расход воды от расчетного, тем больше закрывается клапан. При уменьшении расхода воды от расчетного происходит снижение перепада давления на калибровочной шайбе. Давление после шайбы увеличивается. Оно воздействует на верхнюю камеру пилотного регулятора, который открывает возможность удаления воды из управляющей камеры. При этом мембрана перемещается и приоткрывает проходное сечение клапана. Расход воды восстанавливается до заданного уровня. НПЦ «Промводочистка». Официальный представитель «Дарот» в России.